let me tell you what Leica Virgin's about. It's all about this coos, who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. Ребята, только что провели наш гиф вместе Ура! С Джигановым. Моргенштерн стал женщиной года. Можно уже все, пожалуйста. Привет, молодежь! Ну что, сегодня мы вместе с вами поговорим о песне, которая, ну, лично для меня является гимном 2020 года и олицетворяет все то, что происходило с нами. Все это говно. Пандемия, угроза войны, пожары, Мелстрой. Эти деньги! Сколько тебе лет? Что? Вот весь ужас и вся дрянь в ней сошлась. Она настолько плоха, что ее даже ругаю, не я один. И да, это почему-то популярно. Люди это все слушают. Поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, о чем же нам пели ребята в песне «Тлеет», если это можно назвать песней. Ну и, конечно же, попробуем понять, в чем или в ком секрет успеха вот этого трека, который, по идее, ну никак не мог выстрелить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, будет больно. Ну и перед началом подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних новинок, всех трендов и вообще быть классным, молодым и современным. Я надеюсь, это так работает. Ну и также спасибо всем большое, кто поддерживает меня на Boosty. Правда, вы мотивируете меня делать для вас чаще и много всякого разного. Ну и также ставьте лайк те, кто любит смотреть на сварку. Посмотрим, сколько нас. Ну чё, народ, погнали на... Ну что, все, доигрались, дожили? Если честно, мне кажется, это все из-за того, что в Америке Байден президентом стал. Я просто реально не понимаю, как на вот это Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Может всем так нравится? Я не понимаю, просто не могу понять. Не, может я, не знаю, может я где-то уснул, меня в какой-то криосон поместили или что. И вот я проснулся, и тут актриса вдруг внезапно поняла, что она уже актер. И популярные песни вот теперь именно такие. Правда, я честно хочу добавлять в канал позитива. Про какие-то классные песни вам рассказывать. Про музыкальные истории интересные. Ну, это же здорово. Вон как мой земляк делает. Вы на канале Longplay? Поехали. Меня вон даже недавно просили сделать выпуск про песняров, как про белорусский коллектив, который первый с рок-операми выступал. Ну, это же круто, интересно, да, то есть исследовать это все. Может, у кого-то получится интервью взять. Ну, правда, мне интересно. Но я не знаю, как зрителям, потому что я смотрю, думаю, вот это вот интересно. Вот это вот всем нужно. Ну, смотрю на чарты, это популярно, под это сейчас все снимают. А как я могу мимо этого пройти? Ну, это же дрянь. Ну это же откровенно дрянь, ну говнище. Не, я не понимаю, ну. Мне кажется, я слишком нормальный, чтобы быть популярным. Ладно. Все, короче, панылы хватит. Давайте по теме. Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Була и СВНВ. Шахтер и тракторист. И я не иронизирую сейчас, это на самом деле правда, они так про себя пишут. Но тут сразу видно, что ребята очень хорошо понимают в музыке. Это я вам как дипломированный экономист говорю. Короче, это просто два парня. И мне кажется, их выбирали примерно вот так. Ты что, не можешь найти мне всего лишь двух парней? Всего лишь два парня! Короче, можно их как угодно называть, но они сделали трек, который сейчас почему-то находится на верхних строчках чартов. И он очень плохой. Скорее всего, это ребята только с одним хитом сомнительного качества. Ну, а с такими я уже дело имел. Bacardi Dance.
пальцы в моей кровати. Но сейчас они на хайпе, поэтому почему бы про них не поговорить, так сказать, для истории. О самих этих ребятах я чего-то сказать не могу, потому что вот эта чудесная песня — это их первая работа. Вот совсем первая. Мне очень нравятся некоторые сайты с биографиями, которые написали просто огроменные статьи, высосанные из пальца, про этих вот ребят. Так, мне нужна биография ноунеймов. Родились на планете Земля. Говорят на русском. Так это уже полстраницы. Обед. Так что, думаю, тянуть нечего, поэтому... Чё по тексту, пацаны? Прада, все, что, сучка, надо, надо. Твою мать, и вы туда же. Фэнди. Все, что, сучка, надо, надо. Ну ладно, в целом, наверное, это жизненно. Парни истину глаголят. Ну, они-то наши, из народа, им этого всего не надо, как некоторым исполнителям. Они-то не сучки, вроде бы. Вот уж эти сучки, честное слово. Вот, ну, их хлебом не корми, дай все потечь от всяких там машин, денег и прочего этого барахла, честное слово. Вот они все текут и текут, вот текут и текут. Уже столько с них натекло за столько лет. Вот я не знаю, там уже бассейн можно набрать или еще что-то. У нас недавно в столице воду отключали. Ну так вот кому надо было звонить, вот как проблема должна была решаться. Вот куда обращаться, к сучкам. Богу сколько стоит, главное, чего скажу. Не, ребят, я, конечно, понимаю, что вы позиционируете себя как шахтеры, трактористы, что наверняка вы в рот эти ебучие ударения. Но мне все же хочется немножко уточнить. Правильно нужно говорить, главное, что люди скажут. На первую А нужно ударение. Это супер, больше денег, много денег не бывает. Так, я потихоньку начинаю кипеть. Вам было лень рифму придумать или что? Вы же специально там поставили ударение по-дебильному вот это вот. Я думал, ради рифмы, правда. Я думал, сейчас будет что-то... Хрен там плавал! Так, спокойно, спокойно. Это только начало, спокойно. Твоя жизнь, держись, твоя жизнь, Париж. Слушай, это все, помни этот движ. Вот сейчас внимательно. Моя жизнь, держись, твоя жизнь, Париж. Это что, скороговорка для людей, которые не выговаривают букву Ж? Скажи жуй. Хуй. Жуй. Твоя жизнь, держись, твоя жизнь, Париж. Что, блядь, происходит? Моя жизнь, твоя жизнь, какой Париж? При чем тут это все? Ну ладно, если попробовать вникнуть в это, ну окей, сейчас, ну, попытаемся. Вот мне кажется, изначально казалось, что это два парня общаются, и он типа говорит, что, ну типа, моя жизнь, держись, поэтому моей жизни нужно немножко встряхануться, встряску, потому что я там, типа, мне грустно, одиноко, не знаю, пофигу, вот. А у второго жизнь Париж, типа, она крутая, и поэтому второй, у которого классная жизнь, помогает первому, чтобы это вот все у них произошло. И они очень хотят это запомнить, потому что вот эта вот строчка, она несколько раз дальше повторяется. Помни этот движ, помни этот движ. Но потом выясняется, что он там оказывается один, но с ним все-таки есть какая-то детка. Детка, ты со мной летишь. Хотя, возможно, это все равно два парня. Ну, я не знаю, какие у них там дружеские отношения. Мне кажется, вполне себе сейчас реально, что два парня могут называть друг друга детками. Конец 2020-го все-таки на дворе. Не забываем, в каком мире мы живем. Вот, ну ладно, пускай это будет девушка, пускай будет так. Поэтому история у нас происходит вот в таком формате. Сначала вот этот парень рассуждает о продажности всех девушек, что они ведутся на деньги и тачки и все прочее. Ну а потом с помощью этих же денег и тачек он показывает своей уже детке или девушке красивую жизнь. Очень логичная и милая история. Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. Господи, это просто восхитительно. Эти рифмы, ну, просто ласкают мне уши. Так, рифмы к слову ракета. О. Ракета, паркета, пакета, лето, света, а? Ракета света, класс. Слушай, ну тут их много, их, ну, прям все брать? Да, только комета и пистолета не бери, про это уже Джонни написал. Ну, ладно. Я понял, эта песня просто офигенный саундтрек для фильма «Армагеддон». Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета.
Ладно, это, как я понял, припев и главный хук этой песни, ведь он повторяется несколько раз. Лол. В нем мы можем понять, что герой добился цели и соблазнил таки девушку. Ну, не сказал бы я, что она долго сопротивлялась, конечно, но основной вопрос у меня другой. Что там делает кассета? Какая, кассета? В 2020 году какая кассета, ну, я не знаю, там что, музыка какая-то для стриптиза или музыка для секса? Что там на ней? Ну, подожди ты, ну куда ты? Я не готова еще, понимаешь? Да я готов. Ну, куда ты? Я просто не так себе это представляла. А как? Не могу найти, где открыть. Не попало. Вот сейчас, мне кажется, будет достаточно. Блин, батя опять кассеты перепутал. Так, я не понимаю, ты уже в какое-то новое место пришел? И ты с той же девушкой или уже с кем-то новым там познакомился? Их, ну хорошо, окей, давай, прикольно будет, вот что с кем-то новым, окей. Но она уже горит у тебя по тексту, ну так, а горит она от того, что ты туда пришел? Или она горела до этого? Ну хорошо, если она горела до этого, то тогда что это за движ такой, где горят всякие детки? Так, давайте-ка попробуем разобраться. Судя по его предыдущему тексту, жизнь его прошлой детки — Париж. Но ты француз. А этой новой детке Париж ты собираешься показать. То есть ты их что, познакомить хочешь? Мама знает, что не спишь, покажи тебе Париж. Привет, коллеги. Невеста у нас сегодня, конечно... Ну вот, вы поняли, да? Вот она, самая лучшая строчка за 2020 год. Ну, что может быть круче? Я не знаю, как это комментировать. Ну, это пи***ц какой-то, ну... В жопу все пошло. Потом они с этой деткой, получается, дотрахались. И оказывается, это все происходило в какой-то машине. Ну, естественно, он не мог не похвастаться всем, что его хотят всякие там разные детки за его деньги и машину. Пачки, деньги, тачки, видя, суки, ну и, финальное. Я поднялся не для вас, я поднялся не для вас, тут для вас команда фас, тут для вас команда фас. Может, я что-то не понимаю в современных песнях или что? Или, ну, может тут какая-то ирония, блин? Может, ты стебешься таким образом над всеми артистами, которые вот таким же образом поют? Ну, то есть на полных серьезных щах ты поешь то же самое, как бы высмеивая, да? Может, тут какой-то скрытый смысл, я не знаю. Ну, тут вроде бы история, понимаете, история законченная. Окей, я пробрался через эти тучи говна, которые вот только что я вам рассказал, да, я по сюжету, мы поняли, что он все, вот он дотрахался, он молодец, он всем похвастался. Хорошо, круто. Ну, вот это в конце, это зачем? Это что это, вообще? Это к чему, это последняя строчка? Ну, я не знаю, ну... Кому фас? Собакам каким-то? Или ты что? Для кого ты поднялся? Кому? Куда это? Что это такое? Объясните мне кто-нибудь, сука! Не, народ, вот правда, есть много треков от Васьков с первого подъезда, которые понимают вдруг, что рэп — это их жизнь. Это то, чем они хотят заниматься. Есть много странных и непонятных треков с непонятными словами и бредовыми смыслами, которые благодаря битам все-таки качают. Но почему вдруг стало популярно именно вот это? Я не знаю. Я правда не знаю. Тут, конечно, есть несколько вариантов. Вариант первый. Возможно, это все большой такой прикол, и вообще ребята собираются делать в таком камеди-стиле, который сейчас на волне популярности. Выстрелили они в ТикТоке, и у них пошло все и поехало. Что-то подобное сейчас делают Хлеб, Дети Рейв или Большой Русский Босс. Ну а королем вот этого камеди-рэпа в данный момент, наверное, считается, конечно же, Марат сквозь баб. Подарок, 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 подарок. Я пришел на праздник, чтобы радовать татарок. И это действительно классно и прикольно. И это качает. Ой-ой-ой-ой. Окей, но в их песне совершенно нет ни юмора, ни какого-то прикола.
Просто трек о том, какой исполнитель богатый и как же здорово, что у него случился секс в машине. Возможно, это какая-то постирония, но тогда нам надо ждать раскрытия образов в клипе или в последующих песнях. Но пока что мы ничего не знаем. Вариант номер два — это просто банальный трек о банальном. Я крутой, я трахаю сук и все прочее. Но их просто грамотно продвинули, сделав посев трека по пабликам и, конечно же, в ТикТоке. Занимаются этими ребятами King Media Group. Я пытался искать о них информацию, у них много старых отзывов от разных более-менее популярных артистов, и они частенько продвигают в топ различных ноунеймов, что с удовольствием показывают у себя в паблике. Привет, это Лочи. Хочу передать привет ребятам из King Media. Пожелать творческих успехов и всяческих успехов. Еще посотрудничаем. Мы из группы M-Band, и что мы хотим сказать? Мы хотим сказать огромное спасибо King Media Group за продвижение нашего трейлера. И кроме прибыли за 2019 год и того, что в организации у них числится только один человек, я больше, к сожалению, ничего на них не нашел. Я простой парень с компьютером из Беларуси, я не ФСБшник. Поэтому наверняка в этой конторе работает какой-то волшебник. Хотя залететь в чарт и свалиться оттуда — это не такая уж и сложная задача. А вот остаться на слуху и продолжать делать хиты дальше — это уже задачка посложнее. Ну и есть третий вариант. Людям просто понравилось говно. И как мы видим, такое случается достаточно часто. Спасибо вам большое, что посмотрели ролик. Пишите, как он вам. Пишите мнение об этой песне. Пообсуждаем все в комментариях. Ну и, конечно же, большое, огромнейшее спасибо моим ангелам-хранителям, которые поддерживают меня на Boosty. Вот они все здесь, мои хорошие. Всех обнимаю. Боль пройдет. Ну и, конечно же, не болейте. Это самое важное. До скорых встреч, ребят. Всем пока.